Всем привет! В предыдущих своих видеоблогах я уже рассказывал о том, что номер моего мобильного, видимо, по ошибке был указан как колл-центр ЛНР в информационных листах для населения. В связи с этим мне часто поступали неожиданные звонки от жителей оккупированных городов Луганской области. Сегодня впервые позвонили аж из России. Какой-то доброволец нашел мой номер, теперь в списках батальона «Призрак», и попытался записаться в ряды ополчения. А? Это призрак. Призрак? Призрак чего? Вот там мозгового бригады или чего? Если это мозгового бригады или чего? Да, это мозговой. Вот. Знаешь, вопросик такой. Я вот из Санкт-Петербурга, Российской Федерации, и хотел бы к вам туда приехать. Мне надоело все. Чем? А всем. У вас есть люди? Да? Есть люди? Чем? Не слышу. Люди есть у вас? Люди, я сам человек. Человек большой. Я могу очень много. Ну приезжайте. А как к вам попасть? Я вот просто искал канал, я в июле ездил. Да проезжайте свободно через границу и все, там наши стоят на КПП. Через Изварино. Через Изварино, да? Конечно. Там подскажут, до чего, как заедете? Да посмотрите по карте, конечно, там все чисто, все везде наши. В Волчевске. Приезжайте. Хорошо. Вопросов больше нет, в принципе. А, вопрос, как мне еще на затык, там это, там, камуфляж, броники свой брать или его обеспечить? Там у нас, если что, есть, ну, можете захватить. Лишним не будет. Лишним не будет. Звоните, конечно. Да, все, без вопросиков. Давайте я тут первый, что у вас тогда тут Анатолий зовут. Кто-кто? Анатолий. Хорошо, давай, добирайся. Если что, мы тебя домой надо бесплатно отправим в рефрижераторе. Ага. Давайте, после первого я у вас. Да, будем ждать. До связи. Ну, то, что в России началась мобилизация скота, это меня не удивляет. Все запланировано, весна.